Вот мы идем, и нет преград. Нас не остановить. Вот мы идем, не ждем наград. Нам нужно победить. Totally Spies. Международное информационное агентство. Лифт. Беверли-Хиллз. Торговый центр. Здорово, что у нас тройное свидание. Спасибо, что согласились пойти со мной. О, мы не соглашались, Кловер. Да, ты нас заставила. Забыла? Ладно, но только потому, что я мечтаю о свидании с Дунканом Маркусом с 8 класса. А если братья Дункана такие же симпатичные, как и он, то мы все окажемся в выигрыше. А, братья? Я думала, мы встречаемся с друзьями Дункана. Братья являются его друзьями, они очень привязаны друг к другу. Эй, Кловер, лови! А? Привет, Дункан. Это мои подруги, о которых я тебе говорила, Сэм и Алекс. Привет. Привет. Здравствуйте. А это мои братья, Дрю и Маркс. Итак, значит, ты тоже хочешь посмотреть этот фильм о футболе? Хотела. А теперь я хочу посетить доктора. Ты смешная. Вообще-то я не шутила. Почему я не встречала тебя среди старшеклассников? Потому что я не старшеклассник. Я учусь в 9 классе. У вас будет масса времени, чтобы познакомиться поближе. А сейчас нам пора в кинотеатр. Спасительный звонок. Встретимся в зале. Девчонки вечно ходят в туалет вместе. Добрый вечер, леди. Что случилось, Джерри? Проникновение в Международное информационное агентство. Мы будем там через 2 минуты. Поторопитесь, девушки, речь идет о национальной безопасности. Международное информационное агентство. 97-й этаж? Нам никогда не найти этого типа. Судя по данным охраны, проникновение произошло на 89-м этаже. Просто молодец, Сэмми. Мы успеем схватить преступника и вернуться в кинотеатр. А? Мы не можем ехать на лифте, Кловер. Он узнает, что мы рядом. Алекс права. Придется подниматься по лестнице. Я сказала вернуться в кинотеатр. Нам повезет, если мы вообще вернемся. Когда мы в следующий раз отправимся в высотное здание, напомните мне взять другую обувь. Очевидно, не только у нас были проблемы на лестнице. А когда он очнется, то ощутит лишь головную боль. Отлично. Тогда найдем преступника, а потом вернемся в кино. Осторожней со своими желаниями. За ним, девочки. Здесь есть только один путь. Вон он, тот, который испортил мне свидание. И у него какая-то штуковина, похожая на камеру. О, этот парень не шутит. Куда он исчез? Как вы могли дать ему уйти? Вообще-то это было довольно просто. Нужно вернуться назад. Если мы поторопимся, то опередим его. Есть! Это он! Странно, он просто испарился. Он не испарился, Алекс. Он перехитрил нас. Отлично, мы оказались в ловушке. Приятного путешествия, леди. Ой.
Что ты там говорил о безопасности, Сэм? Сейчас не время для сарказма, Кловер. Судя по всему, мы застряли на 75-м этаже. Алекс, заберись ко мне на плечи и попробуй открыть люк. Бесполезно, его заклинило. Потрясающе, мало того, что агентство испортило мне свидание, теперь они еще и уничтожат меня. Ладно, успокойся, Кловер, мы найдем выход. До того, как у нас закончится воздух. Шахта лифта. Если бы мы могли связаться с Джерри, он вытащил бы нас отсюда. Ты серьезно? Вспомни, сколько раз мы проваливались в шахты по его милости. И не напоминай мне. Очередная приятная прогулка. Ненавижу, когда такое случается. Еще бы! Больно. Что за театральные трюки? У меня до сих пор болит спина. Неужели Джерри не в состоянии купить для нас мягкие подушки? Да уж, лучше прозябать в этом лифте. Здесь должны быть какие-то приспособления. Взрывающаяся жвачка, лазерная помада или тушь с катапультой. Хочу тебе напомнить, Сэм, что чаще всего мы имели печальный опыт использования наших приспособлений. О, я пыталась забыть об этом. Не могу поверить, что ты сделала это. Как хочешь. Нет никакого сцепления. Это было хуже всего. Меня тошнит при одной мысли об этом. Да, но гораздо чаще наши приспособления спасали нас. Антигравитационный режим. Ушли. Ого! Можешь связываться со мной, но не смей трогать мои волосы. Модный и функциональный. Класс! Есть! Никогда
нельзя недооценивать силу хорошего союзника. Да! Видите, все не так уж плохо. Да уж, но если бы не это дурацкое агентство, мы никогда не оказались бы в этой ситуации. Сидели бы сейчас в кино с классными ребятами. Да, но если бы не это дурацкое агентство, ты никогда бы не встретила некоторых классных ребят. О! Я Рок. О! Да, тот парень был классным материалом. Ради бога! Я не виновата, что парни вечно крутятся вокруг меня. Ты, должно быть, шутишь. Уверяю тебя, Алекс. И не забывайте о замечательных местах, в которых мы побывали. Иногда нашу работу можно сравнить с отдыхом. Хорошо, согласна, быть шпионкой не так уж плохо. Старайтесь не делать резких движений. Мы же не хотим, чтобы лифт снова упал. Официально это сплошной кошмар, даже хуже, чем стиль вождения, Алекс. Прости! Это было хорошо. Еще бы. Не могу поверить, что ты сделала это. чуть было не погибли. Может, это не самое худшее. Ой, могу вас заверить, я целую неделю водила машину, на ней не было ни одной новой царапины. Ой, дай себе золотую звезду. Я уже это сделала. Послушайте, мы выберемся отсюда лишь в том случае, если Сэм воспользуется своей сообразительностью. Кловер, пожалуйста, не такая уж я умная. Реальность утверждает обратное. Ты всегда вытаскивала нас из сложных ситуаций. Кловер, нет. Это может быть ловушкой. Это бомба! Уточняю. Тепловая сенсорная бомба. Смотри! Скорее, привяжите свои ремни! Активируйте их и делайте, как я. Раз, два, три! Быстрее! Поднимите свои цепи! Старайтесь действовать быстро! Подруга!
знаешь про все. Ну, я действительно кое-что знаю. Да, хотя нас иногда раздражает твой ум. Она хотела сказать «радует». Хотя я думаю, что недостаток кислорода начал действовать на ее мозги. Я попробую покопаться в электронной схеме этого лифта. Действуй! Осторожно! Очевидно, этого плохого парня нам победить не удастся. Ты шутишь? Мы побеждали и более плохих парней, чем этот тупой лифт. Хотя у меня от него мурашки по коже идут. Догнать их! Ну и псих. Надеюсь, мы их больше не увидим. Надо взять на заметку. Никогда больше не залезать в тело Джерри. Напоминай. Нельзя ли сменить тему? Напомните мне еще раз, почему мы стали шпионками? Не напоминай. Странный тип. Даже очень. Ян. Стоять на месте. Он поднимает ненормальность на новый уровень. Стоять. Догнать их. А нормальные злодеи существуют? Если ты пытаешься приободрить нас, ты делаешь это совершенно неправильно. Да уж, когда я вспоминаю о наших миссиях, то понимаю, как сильно ненавижу агентство и как шпионская деятельность разрушила мою жизнь. Вынуждена согласиться. Наша жизнь была бы не хуже без этого. Не будь в этом так уверена. Крыша лифта горит. Алекс, что ты делаешь? Надо что-то быстрее придумать, иначе через несколько секунд мы превратимся в блины. Думаю, нам пора проститься. Для меня было счастьем знать вас, девочки. Мне будет вас не хватать. Простите, я бывала такой капризной, и вы всегда были моими лучшими подругами. Ай-ой! Это было не так уж плохо. Да, я думала, что будет гораздо хуже. Это потому, что мы не разбились. Мы живы. Ура! Здравствуйте. Джерри? Ты спас нас, Джерри. Спасибо, спасибо, спасибо. Не за что, Гловер, не за что. Не благодарите меня, леди. Благодарите новое устройство, изобретенное в нашем агентстве. Скоростной абсорбирующий мусс. Знаете, девочки, хоть мы и жаловались на агентство, но есть человек, которого я очень люблю. Супершпион. Кто это? Джерри. Да, да, ты права. Спасибо, девушки. А теперь, почему бы вам не поспешить к вашим кавалерам? Но как быть с преступником? Мы взяли его в нескольких кварталах отсюда с этим ужасным молекулярным пистолетом. Из-за присосок на его ботинках он не смог далеко уйти. Отлично, в таком случае нам пора, девочки. Меня ждет мой полузащитник.
Беверли-Хиллз, кинотеатр. Проклятие! Похоже, мы опоздали. Фильм уже закончился. Нет! Вон они! Быстрее нужно придумать какое-нибудь оправдание. Дункан, это просто невероятно! Я тоже так думаю. Это самое лучшее свидание. Потрясающий фильм. Я никогда не испытывал столько эмоций. Радость, грусть. Круто. Даже к сколы сводило. И голод. Пора подкрепиться пиццей. Отличная идея, братец. Пошли. Отлично. Они даже не заметили нашего отсутствия. Погодите-ка секундочку. Как он посмел не заметить, что меня там не было? Все, я порываю с ним. По крайней мере, мы освободились. Верно. Может, сходим в кино? Если для этого не надо ехать на лифте, я согласна. Авторы идеи и продюсеры Винсент Шавлон Демерсей и Дэвид Мишель. Режиссер Стефан Беррик.